Члены местного политсовета партии «Единая Россия» провели инспекцию общественного пляжа в Успенском. По их заключению, это место прекрасно подходит для отдыха, однако купаться здесь нельзя, потому что пляж не является сертифицированным. Партийцы убедились в наличии предупреждающих информационных знаков и соответствующей инфраструктуры. Подобные проверки в ближайшее время пройдут и на других пляжах округа.